Итак, приступаем к увлажнению и питанию. Что у меня есть по этому поводу? Значит, ну сначала покажу вот эти патчи, волшебные корейские патчи. Я их просто обожаю. В этой банке их целых 60 штук. Ложечка есть вот такая вот сверху лежит. Жидко там все хорошо прям. Так. И вот они штучки. Ух ты, вылила чуть-чуть. Ложечкой такой вот. Сейчас я прилеплю себе патчи. И буду вам рассказывать о других масках, которые у меня... Ох, надо в общем, посмотрите, что у меня вот сейчас. Так, если это хорошо видно или нет, не знаю, да? И что будет потом для сравнения. Так. Ну, как я уже где-то когда-то говорила, что они не являются какими-то лечебными там вот этими. А, так, что я как я сделала там, где у меня тут. Но они вот когда, допустим, надо сфотографироваться или где-то там быстренько куда-то идешь на какую-то встречу важную, прилепил, здорово освежает под глазами. Ну, мешки не убирает, потому что все-таки мешки, наверное, убрать можно только хирургическим путем, больше никак. Вот. Они, кстати, сползают. Лучше, конечно, делать это лежа, чтобы они сползали. И вообще, ну ладно, я тут же все равно же показываю, не буду же я лежа это делать. Значит, тканевые маски. Я сначала их как-то не очень на них внимание обращала, но сейчас они мне очень нравятся, и у меня и целая там коллекция. В принципе, все хороши, просто все хороши. Стоят от 20 бат и выше. Но самая суперская маска, которую я обнаружила вот в эту поездку, это называется Фибрион. Продается, вот мы покупали в магазинчике вот этот вот, который самый знаменитый, который на улице Просит в начале ночного рынка. Это вот, чтобы ориентироваться, это возле Южного Лотоса. Его уже этот магазинчик уже все знают. Вот там эти маски точно есть. Чем они хороши? В общем, ни разу ни одна маска не была у меня такой удобной. И у нее там прям, она начинает прям даже литься, потому что у нее там прям все пропитано очень сильно. Она состоит из трех слоев. Так, ну что, сейчас попробуем снять наши патчи, что тут у нас получается. Ну, не знаю, насколько видно. В принципе, вот когда, конечно, на другом свете, наверное, при другом свете более лучше видно, но все равно кожа, вот эти мелкие морщинки, они растягиваются. Ну, а мешки как были, так и есть. Тут уже. Так, значит, итак, наша вот эта супер хорошая маска из трех слоев. Фу ты, смотрите что. Короче, у меня эта маска, она осталась вот на этой вот штуке. То есть мы прилепляем вот так. В общем, убираем сначала желтую. Потом прилепляем. Хорошо, кстати, она хорошо ложится. Так, и вот этот белый слой убираем. Посмотрите, какая тонюсенькая. Так. Просто как вторая кожа. Прелесть. Даже не страшно выйти к мужу. Потому что прямо узнаваемо. Видите, как здорово. Глазки поправим. Вот. В общем, вот эту маску я обнаружила в последний приезд.
Я просто ее увидела, думаю, ну, попробую. И, в общем, не зря. Вот такая вот. Хорошо прилегает. Потому что все остальные маски обычно они колом станут и плохо облегают лицо. Но пока у меня тут масочка, значит, на мне, я вам покажу кое-какие средства уходовые косметики. Вот это вот, наверное, все видели, продается. Это у меня тоже как скорая помощь. Я часто в машин, ой, в господи, в машине, в сумке таскаю. Это тоже для кожи вокруг глаз и для лица. Тоже здорово прям подтягивает. Так, ну заодно у меня, кстати, для кожи вокруг глаз есть еще, но ну, это, правда, я во Вьетнаме купила. Это не серии тайские, но в Таиланде есть тоже такие гели, видите, шариковый гель, так вот вокруг глаз. Вот это то, что касается все подтяжки для глаз. Вот. Ну, а сейчас, когда я сниму маску, я покажу вам, чем я вообще пользуюсь. Значит, ну, в первую очередь, это увлажнялка Hada Labo. Вот они у меня две. Это у меня еще такая не открытая. Это более легкая текстура. А это вот для зрелой кожи. Я, значит, вот смотрите, у меня вот здесь, вот там видно, да, жидкость, вот здесь она. Я уже год пользуюсь ею, и все еще вот сколько осталось, потому что нужно несколько капелек всего совсем. Так, ну что, я продемонстрировала маску, как она чудесненько сидит на мне и очень идет. Не очень идет быть зербой. Так, ну что, снимаю. Вот ее можно еще использовать, так сложить, в принципе, она там ее расковырять можно. И в этом пакете очень много жидкости. Туда засунуть и в холодильник. И еще завтра тоже сделать масочку. Вот эту вот. Так. Ну вот. И заметили, что я всегда делаю вот эти движения по методу Лилиана Пятибрат. То есть это физиологически правильные движения. И, в принципе, это несложно. Так. Ну вот, теперь придем к этому увлажнению. Действительно, прям нужно совсем чуть-чуть капать. Вот сейчас я капну раз. Вот, все. Растерла по ладони. Здесь важно, как наносить правильно. То есть вот, вот такими движениями, это я смотрела ролики японские, как они накладывают эти свои вот эти средства в данном случае. И вот так. Как бы вбиваем потихонечку. Можно двумя руками потом. Она сначала есть некоторая липкость, но очень быстро исчезает. Прям быстро. Причем можно глаза тоже веки увлажнять. Увлажнили. Ну, в зависимости от настроения там или еще чего-то, я разные у меня есть средства для ухода. Значит, если касается то, что касается опять этой же фирмы Hada Labo, здесь у меня такой вот ночной кремчик. Он маленький, у него консистенция, смотрите, какая такая, какая-то даже жидкий медок, что ли. Вот просто убойное увлажнение и подтяжка. Вот такой вот малюсенький, но тоже хватает надолго, потому что нужно очень мало. Дальше у меня Hada Labo, это у нас там что-то 3D эффект, это вот, ну я обычно вот это вот если на ночь делаю, причем этот можно, я использую раза два в неделю всего, а это для каждодневного ухода. У него консистенция такая более какая-то сметанообразная, нелегкая, я не скажу, что легкая прям текстура, немножко вот есть какая-то липкость сначала. Но проходящие не скажу, что прям мгновенно, но проходящие. Очень классный крем. Вот у меня он уже такой старенький, такой круглый шарик золотой. Может быть, вы уже его видели. Вот, к сожалению, коробку я... Но я потом где-нибудь найду, я, наверное, поставлю, вставлю где-нибудь коробку вот сюда в видео, как выглядит, чтобы знать. Это крем с куркумой.
Вот у него текстура точно легенькая. Просто вот я его обожаю. И у меня знакомые, кто уже пользуется им, прям всегда просят, чтобы привезла им. Сейчас значит, вот то же самое. То есть мы те же самые движения. Еще у меня есть, это я привезла вот последний раз, такой понсовский крем для кожи вокруг глаз, для век. Хороший, консистенция у него легкая, нужно прям такой вот прям малюсенький вот этот вот, всего лишь такую капельку распределяешь. Ну, он хорошо подтягивает, прям здорово. Вот это вот лечебный эффект, то есть им какое-то время надо пользоваться. И здесь уже, конечно, в свои там какие-то всякие в составе вещества, которые рассчитаны на то, чтобы все-таки как-то подтягивать, то есть лифтинг лица, лифтинг кожи вокруг глаз. Так, что у меня еще интересненького? Ну, улиточные вот эти серумы, наверное, уже тоже многие знают, да, это вот удобно пипеткой, тут хоть пальцем не лазить. Вот, так. И вот серум вот такой вот в шприце. Это что-то со каким-то со змеиным экстрактом. Тоже капельку в... Ну вот, всё, кожа дышит, вся напитанная, увлажненная. Замечательно. Ну что ж, если вам понравилось все, что я показывала, и как, можете ставить лайки и подписывайтесь на наш канал. Надеюсь, что что-нибудь интересное вы для себя взяли на заметочку. Пока-пока!